Приветствую зрителей СК2 ТВ Гибергейм Твич. Извиняюсь за небольшую задержку. Скажем так, мне пришло сообщение, то, что меня разбанили все-таки на Твиче. Поэтому я решил сходить и протестировать там еще канал. Ну, как сказать, пока вроде все работает. Я вот, правда, не знаю, потянет ли у меня компьютер аж три рестрима. Ну, будем надеяться, что потянет. Ну, давай тогда потихоньку начинать. Что-то жарко стало. У меня вопрос, а в чатике-то кто-нибудь есть? А то я только начинаю, и в чатике бац, и никого. Как всегда. Я немного, скажем так, переиграл арку. Одну из девушек, точнее. Именно абонент. Там был небольшой. Я его перепрошел. Поэтому, возможно, небольшая нестыковочка с последним водом. Извиняюсь за это. Статы покажи. В смысле статы показать? Что не так со статами? Неужели вы стримеру настолько не доверяете? Я же сказал, что я перепрошел только немного. Я просто прошел. Я просто перепрошел немного роут. В том плане, что я перепрошел вместо отрицательного, теперь у нее положительная реакция была. Особо ничего нету. Но не доверяй дальше. Раз по низу пошел, сейчас поверху пойдем. Ни смысла в этом совершенно никакого. Начнем по низу. Ну как, это не глупо. Это нормально. Опять куча пикси. Куча всякой фигни повылезала. Черт. Наверх на одну. И
Ну, меня разбанили. Сегодня написали, Украина! Правда, ограничили все равно меня немного. То есть я не могу тебя туда рестримить. То есть стримы теперь туда, меня только туда напрямую идут. Поэтому я не знаю насчет требовательных игр. То есть, скорее всего, придется какими-то каналами пожертвовать. Потому что 3 рестрима, как сейчас, я поддерживать не могу одновременно. Так, как долбануть-то по-хитрому? Знаю. За рестрим, причем довольно дурацкий рестрим. Ну, типа, я ж не знал, что там нельзя стримить этим. Фильмы. Теперь узнал. Блин. На моем канале было достаточно вещей, за которые меня могут забанить, но меня забанили именно за это. Это настолько бредово. Я не знал. Вот честно, не знал. И теперь меня будут бесить две феи. Мессуру. Орено деван, тэка? Не, они реально сейчас меня будут бесить. Хотя... У меня же она есть. Нет, тогда не буду. Девятьсот. Сильно. А, так она слипный. Как все плохо. Чем на него слепно накинуло? Да, супер. Не достает. Связь... Нет, с Вирой и с Баргнайтом связь нормальная. Суманай. Но проблема в том, что ни Вира, ни Баргнайт не достанут оттуда. Хоф потерял. Неприятно. Фиг с этим зервой. Тойц да, сини тайно. Текио хойси, сенмет сур. Икдо! Делаем даблкил и не мучаемся. Можно так сделать. Нет. А, так. Так. А, не могу. Прикольно. Ну и ладно.
Если тут босс никого не будет. Сюрпризы. Так, вставляем. Угу, а с Юрой у нас проблема. А не, нет проблем. Окрелена. А, ну, он бесполезный. Вот. Текио Хойс. Сенметсур. Хотя вот Икзо! Так. Через Метеор Импакт должно хорошо позайти. Ну, не то чтобы хорошо, Валерий, ну, в смысле фаралон, ну фаралон так фаралон, какая разница. Импульс должно хватить. А сейчас фейки меня будут троллить. Злобные твари. Секундочку, я включу скет. Тогда раз уж. На то. Пошло. Все включил. Так, как ни странно, нормально держит три канала. Значит, еще не пришла пора его разгонять. Ну, по магичке, магии как бы, глупо. Понимаю, Харвард Хилл был. Мессир. Не буду никуда отходить. Что успех я так могу сделать? Иксмор, тебе тоже привет. А, они с места не сходили. Ох, как я вас ненавижу! И этот не достает. Ой, бред. Лично заявляю, ненавижу фей.
Если сейчас не достанет еще. А, не достает. Конечно, тролли. О, кстати, отлично. Ну, почему ты не достаешь? Ведь ты мог ее поймать. А, ладно. У меня она поймана, и поэтому мне все равно, в принципе. Я же их просто коллекционирую. Что за камни такие? Камни. Что я вижу? Какая фигня. И очередной батл. Ну, наконец-то. Сюрпризы прекратились. Да, согласен. Допустим, я согласен. Окурена. Блин, чат. О, чатик Гудгейма, это просто шикарно. Нет, вы что, издеваетесь, что ли? Зачем такое количество фей на квадратный сантиметр? Блин. Так-то надо сюда бить. Как он ударит, почему вопрос? Ладно, по этому ударе. Хотя. Хотя эффект будет точно такой же, если ударю по этой. Я бы рад прекратить, но это не... Не мои силы. А это что же... А, так не по нему что осталось, точно. Странно. Пикси 31 хп, вот это жесть. А, он сейчас хорошего скилла заюзает, поэтому ладно. Ah!
Sonic Wave, да ладно. Серьезно? А, ну все, привязок-то больше нету. Так, одну секундочку, что-то у меня совсем жарко. Сейчас я включу охлаждение и вернусь. Так, все, теперь должно стать похолоднее. Зерва сюда. Сюда. И она... Сюда. Ох, опять она убежала куда-то в задницу. Да вы издеваетесь, что ли? Ты нашел диск? О, да, я знаю, что она шикарно просто. Я просто серьезно, я посмотрел эти... Я посмотрел геймплей, он меня так зацепил. Метеор. Пауэр, хватит. Фига. И это всего лишь гремлины, кстати. Сила. Куда я вообще прибежал? Сундук. Хардшилд. Ну я не знаю, ты во сколько закончишь примерно его стримить? Я имею в виду арт. Я не знаю, я просто сонный как черт. Я сегодня стримлю, ты знаешь, с 6 утра. Short Sword. Ну я не знаю, я, наверное, не доживу. Вервульфы. Окей. Кстати, агилити у них дофига, судя по всему. У нас не после зервы ходят. Окуреруда. Теки о хойси. А у них есть? Сенметсуру. Икудо. Не, нету. Нормально. Так, вариант номер один.
Я делаю больно троим. Ну, вообще-то... Вообще-то единственный вариант. Я в любом случае делал больно только троим. А, метеор... Так... Так, стоп, метеор... Дедли... Олар... Сэм... Владиш, всё. В смысле, что ты такое ты не кинул? К чему это вообще? Все, это тварь живучая. 3000 хп. Посмотрим, как он ударит. 750. 1200. Ну, не то, что это было очень больно. Соник. А не, Блэк. Сакто разрыга. Симонай. 4000 хилем, а сколько у него хп? 3. А, слушай, а вот Баргнайта может не восстановить полностью. Если как бы. Это бредом попахивает. Баргнайт и не восстановить. Лёг, да? ХП. 100. Блин. Как бы мне его не зашибить-то? Давай, Баргнайт. Да. Я в тебя не верил. Изначально. Это был бред. Рассчитывать, что Баргнайт не убьет его. Блин, как же они встали-то не очень-то хорошо, а, уроды? Может, чтобы Блейза ебаю. Ах ты, не, вот, всех троих сейчас. Ой, криворукий. Криворукая, ты существо! Ты почему ж ударить-то нормально не можешь? О! А я узнал, как полочки ХП включаются-выключаются. Интересно. Так... Ну добивай, фиг с тобой. Я не хочу его ловить. А, так его... А, нет, промазал. Фаербол. Фаербол, фаербол. Кому бы не его дать? Кроме серого, по-моему, все равно никто не может пользоваться огнем. Ну да, по факту так и есть. Кто кроме серого огнем пользоваться все равно не умеет.
Хотя Вира, по-моему, умеет, если сменить имидж. Ну, блин, тогда он ДПС не будет. Катсин, привет! Да. Мы видели этого, это смайл этого пека. Ну, в общем, этой пеки. В общем, я не знаю. Смысла, мне кажется, нету в этом. Совершенно никакого. Клево, конечно, что он появился, но... Но-но-но. Но если вы его юзать не можете, зачем он вам? Если бы он сейчас сплэшевый был, конечно. А вдруг он сплэшевый? С фаерболом есть комба, только не помню, какая. А, слушайте. А, не. А, нет, стоп, это рейндж, 4 клетки. Давайте попробуем. Че, он АП юзает? А, ну да, все правильно. Давайте проверим фаербол потом. И не туда изначально побежал. О, сундук какой-то. Платиновый слиток. Да, он мне прямо очень нужен. Я прям без него вообще никак не проживу. Вода или пустыня? О, сундук. Еще какая-то книжка, потом почитаем. И все, я выбрался. Так уж было и сложно. А, да, кстати, я еще кое-что забыл открыть. Так вот, все. О боже! О боже, вот они! 4000 хп! Ой-ё! Чаржится! При ДПСе 1300! Это будет очень больно, короче. Один чардж минус кто угодно. Кроме Маргнайна, разве что, и ГГшника.
У них пока еще отдача есть, да? А, нет, нету. Ну да, ну до таких мобов еще только отдачи не хватало для полного счастья. Бласт. Пауэр. Только пауэр, только хардкор. И раз по крабу, в принципе, можно еще и так. Я не думаю, что он так просто помрет. Я ДПС довольно много нанесли. Блин, сейчас будет камбэк от них. 400. 2000. Все. Сакто, что, выжил, что ли? Леохард вообще на крополях. Сиди, я попробую захватить краба. Я не знаю, насколько дурацкая идея. Теоретически должна сработать. Все мои дурацкие идеи сейчас срабатывают. Хотя нет, врум. А, ну всё. Прощай, крабик, чё. Так. Power. Meteor. И копеек не хватает буквально. Окей, тогда так. Сразу начинаем. Так. И заканчиваем вот так. Минус 3. Чё, как ему фигуренько сносит, если честно. А вот импульс снес хорошо. Оверкил будет? Да, оверкил. А вот. Броня краба. Наконец-то мы можем сделать долбанные доспехи. Ура!
Нет, я напишу, не то нажал. И наконец можем сделать новые типы доспехов и наконец-то мы сможем потратить наши деньги, наконец-то, а то раньше тратить было некуда. Очередная деревенька. Фенсарильва. Кукокара нисьори ни хокжоу слеба татурицка. Отсюда, если последуем на запад, то скоро дойдем до Фенсарила. Коко маде ни, коре даке нокореба ёши то сенеба нарану дару. Однако, нам надо подумать, где мы можем взять замену тем войскам, которые мы оставили. Что будем делать? Мне кажется, что здесь все-таки найдутся те люди, которые встанут на нашу сторону. Моя цель — сражаться с армией тьмы, сражаться с армией тьмы. Моя цель — это сразиться с армией тьмы и после этого запечатать колонну. Если необходимо, я хотел бы использовать их силы. Но я не хочу принуждать. Если понадобится, я буду рад любой помощи, но и принуждать к этому я не буду. Надис, что-то и? Вадюс, может тебе? Минамино кайганни гоблин и орк га сумицуита расшимо. Похоже, что гоблины и орки разбили лагерь. Похоже, что они нападают, и жители побережья объединились, чтобы противостоять. Юши надо цнорази. Фенсарилу но гунни макасете океба ии моно. Зачем им сражаться? Разве армия Фенсарила не способна разобраться с этим? Соре га гун но катагата га доучак суру нива. Однако требуется довольно много времени, чтобы войска дошли до побережья. И что сейчас происходит? Окрестные города и деревни в руинах. Многие бегут оттуда. Гунно джунби га темадотте иру тою но. それなりの規模ということなのかもしれん. Честно говоря, я очень плохо себя чувствую, ну ладно. Поехали. Не знаю. Стрим, наверное, все-таки сегодня будет до 8 часов, то есть такой маленький, короткий. Да кто там все худит-то? Тайшо, китака, яцера но кото. Командир, вы слышали, что он сказал? Има, Элис и Яйой кара кита токрота. Конечно, Элис и Яйой только что сообщили мне. До зру? Нанте кикну а ябука. И что мы будем делать? Хотя, это довольно глупый вопрос. Кочира но тезе мо ой ваке дева най. У нас недостаточно людей. Тева каштай на. Я бы хотел им помочь, но я не думаю, что мы сейчас на это способны. Без нужной информации вмешательство может сделать только хуже. Это кенмэйдаро. Яцра га сюдан тонатте угойтеиру но де ареба, юдан ва декинай. Yes. Звучит разумно. Если орки и гоблины действуют организованно, то нам следует быть осторожными. Фрейлон де татакатта токи но кото о кангаэреба, кейсоцуна кодоу ва цучишиму беки даро. Если вспомнить Плеурон, мы должны избегать лишней спешки. А, ано токи ва ябакатта кара на. Ано кибо жа най ни сео. これだけの戦力で戦えるかどうかは疑問だな。
И правда. Тогда мы чуть не погибли. Если мы еще раз столкнемся здесь с нечто подобным, тогда... Боюсь, нас просто не хватит людей. Радиус. Радиус. Мистер, то есть вакэ жанай. Я не жалею об угрозе. Если бы я смог помочь им, сражаясь, я бы сделал это. Но я несу ответственность за жизни многих людей. И я не могу так просто забыть об этом. Минасан, осорой десу не. Соро-соро шуппатс суру сандан десу ка? Как я смотрю, вы уже все решили. То есть вы хотите все это оставить? Гызы-гызы мо шите ираре най кара на. Ну, грубо говоря, отсюда и здесь мы ничего не добьемся. Дешо не. Нараба кайган но мамоно ва хоутте оку шика най десу не. И все же, я думаю, нам не стоит вмешиваться. Я-я, сэндзицу, жосэй га хитори де мукатта раши дэсу ё. Хм. Секундочку, я думаю, что это важно. Мачи но хито ни сан затомерарета митай дэсу кэдо, коокисин оосэй на ката дэшта не. Местные пытались её отговорить от этой затеи, но все это было бесполезно. Аргол, сону ханашу куашку кикасете куре. Аргол, расскажи подробнее об этой женщине. Мачи но хито ва гоблин я оук ни курете яру но ва моттай най то ханаште ита киоку га аримасу не. Жители сказали, что если она наткнется на гоблинов или орков, то произойдет нечто ужасное. Умаку ториреба тама но коши мо юме де ва най но ни аа моттай най, моттай най. Учитывая, сколько у нее было с собой наличности, они очень беспокоятся за нее. Может быть. О боже, Винфилд, ему главное, чтобы была девушка. Остальное ему, в принципе, не важно. Спасай Тянку. Так, блин, меня в любом случае Винфилд потащит ее спасать. Тут как бы разговоров даже не будет. Не может быть и другом. Я пари. Так и знала. Понто сессо га най ва не. Скоши ва очицки на сай ё. Короче, она его обвиняет, что он готов бегать за каждой девушкой и надо ему успокоиться. Бакеру! Уравагаки отоми но кики! Корео мистеде отоку га катареру га! Как... успокоиться? Как я могу быть... спокоен, когда... Девушка, короче, подвигается опасности. Штагокоро га накуте соно серифу нара, аната о минаоштан да кедо. Хоть ты так говоришь, но... Я уже было подумал, что с тобой движут немного другие мотивы. Понятно, Найна, Юрис-чан. Милёк-текина жёсэй ни тайште штагокоро наку сасоу хо га шицурэй даро. Но ведь... всё не так. Элис. Ой, блин. У меня голова на самом деле болит. Я уже не могу переводить. Коре да мон не. Скоши ва окаши то омой на сай ё. Хм. Интересно, откуда ты знаешь? И тебе не кажется это странным? Нанде ваза-ваза сонна кикенна башо ни милёк-текина жосэй га ику ваке? Зачем красивой девушке лезть, идти туда? Гоблин я оку ни мо чино га ару но ё. Мошкаштара вана кана, край ва кангай най но? У гоблинов орков все-таки тоже есть мозги. Тебе не приходило в голову, что вся эта история с девушкой может быть ловушкой? Вана да то мадева иванова. Йосу укагау даке де ареба, соу кикенна кото демо ару ман.
Я не думаю, что это ловушка. Тем более, если она собирается лишь наблюдать, то будет безопасность. Я не знаю, на что она способна. Но я не думаю, что она одна может справиться с ними. Если бы она хотела только разведать, тогда она должна была уже вернуться назад. Я считаю, что нам необходимо как двигаться в Фенсарил. Ну тогда... Пускай наш командир решит, что нам делать дальше. Я не знаю, что делать, честно. А я засейвился, нет, хоть перед выбором-то. Подождем, наверное, немного. Вот это узнаю нашего, короче, парня. Ну блин, я не хотел. そういうことじゃない. Ты меня неправильно понял. 気にならないか? このタイミングでゴブリンやオークが現れたことが。Тебе не кажется, что гоблины и орки появились слишком вовремя? 南の海岸に現れたというが、先触れもなく突然湧き出るようにというのが引っかかる。И почему они появились так внезапно? И почему именно на побережье? Люкрелия на токино джокио то не тейру то еба не тейру. Я думаю, что это походит на то, что произошло тогда в Лукрелии. Нуйона татакай ва сакетай. Дага, айте но сейлюк га юай учи нара татакеру. Бессмысленное сражение мало чем поможет, но... Лучше ударить первыми. Муширо, има татайте оку беки да то ю но да на. Ты предлагаешь поступить на момент так? Мури на татакай ва шинай. Ташкамеру даке да. Не будет никаких бессмысленных боев. Мы просто проверим. Яш! Соку накча на! Да, как я и думал. Даттара, хаяй тако джунби шти икозе! Что ж, тогда не будем терять время. А мы будем терять время, идем к Блэксмиту наконец-то. И делаем долбанный... Где браслет? Вот он, Шелбрейсер. Наконец-то! Не прошло и полувека. Теперь я могу сделать винт. Вот, винт. Воздух, и надо купить проще браслет. Что делать его, это такой гемор. Сколько шел? 5000! Да пофиг, лучше купить. Честно. О, 5000 за браслет. Вы офигели. Вот серьезно. И посмотрим, что это вообще за браслеты. Что это вообще за браслеты были? Так.
Аки. Подвижность. Никакими. Они не меняются. Где ты увидел страницу описания предмета? Вкуситься-то, может быть, меняется. Ну и что? Ой, если бы я помнил, какая кнопка там вращения камеры. Про это что ли? Или про чё? Я просто не понимаю, про чё ты. 13 кенты. Ну, в этом это на С. CZ. Не могли в эту подсказку забить. Приходится геймпад ронять. Ну, судьба у тебя такая. Уронил геймпад, узнал о многом. Узнал о жизни, как говорится. Еще не, не могу еще мутить. Вирус, кстати, 31 левела. Вирус 31 левела. Фига себе, мне там пилить-то. Там еще два ивента будет. В какой игре делают? у меня на джойстике это был не правый стик. Могу специально для тебя проверить. У меня, по крайней мере, точно не правый был. Может, у меня джойстик странный. Опять два краба, два волка. Ну, блин, ну это бред. Они же больно бьют, гады. Я лучше в краба, солью. Что краб бьет чертовски больно. Слушай, у меня есть лик. Хотя он вряд ли встанет туда, куда я хочу. Да. Не, краб убьет проще.
вот теперь только. Так. Ну, кроссблейд этого не дает. Разлома. Печально. Собачку добить могу? Не, не могу сейчас. Мага сольют какой-нибудь. 508. Чем 580? Пофигня. Сактоарасырга! И маг может слить. Пульс. Не осталось. 200. Ваши на тамени. Шкари хатарайте морау то сыру кано. Пульс. Насаке ва какен. Иночи га ошикуба, ноку га йой. Так, шевелить тогда никого не будем. Все. Стоят. Блин, ну вы подальше-то встать друг от друга не могли. О, господи. Так. Мало вероятно, что он что-то выживет. Теперь надо в краба все сливать, иначе он меня магичку убьет. Или не убьет. Не, не убьет, все нормально. Просто бронированная зараза. В 728. Силен. Силен крабик. Сюда! Ты издеваешься, Баргнайт? Окей. Интересно, краб поймать смогу, нет? Окулерда! Маловероятно. Зато могу его убить с лихвой. А, нет, нифига, не хватит. Я чё, я не камбуху сделал? Ой, бред. Ошибся с скиллами. Икетеру отоку ва чигау даро? Бред. Не очень. ГГ. Радиус. Фух. Очень не очень.
敵を包囲し殲滅する。行くぞ。ты что творишь? А, не, все нормально. Что за броня останется? Во! Теперь будет шикарная комбуха просто. Сейчас зерву будут толкать туда-сюда. И возможно даже грохнут. Живой что ли? 78 кп. Ладно, попробуем поймать этого храба. А вдруг получится? わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。あ、プラヒル。ありがとう、助かったわ。ну, естественно, блин. 情けはかけに。еще пять не спас, блин. 俺の出番ってか。Так, ну, сколько у него? 32, 30, 30 ходов. Нормально. У-у-у, как они встали-то, у-у-у. Просто поймай краба, я тебя больше ничего не прошу. Уварида. Он может его поймать, но он его не поймал. Поймал. Молодец, Зерва. Вот же, вот можешь же как... Когда, блин... Просто можешь. Фига, контур на косарь. По-доброму так. По-моему, хана, ГГ. Мой косяк, ладно. Сейчас-то, может, волка за компанию поймаем. ХП. Нет. Чё за скилл-то? Но на им привет тебе тоже. Вы мне скажите, что это за скилл? Хотя бы как называется? Орено деван, тега? В смысле, это не твое? Так. Да блин, мне бы его оборотня захватить. Шикарно.
遅れるな。Камфушка за какую-то ачивку дает? Если я знал, за какую ачивку его дает, то все намного проще. Фу. Ладно, убил, просто не хочу париться. Гильный мобил. Я не знаю, у меня никакого скилла нет. Игрушка, скажем так, игрушка клевая, но... Dream Song. Игрушка клевая, но бывает так, что действительно времени нет поиграть. А мне никто не запрещал. У тебя есть два выбора. Либо ты мне скажешь, либо сам узнаю. А, блин, я же специально один из случаев это вырезал где-то. Потом почитать, блин, а где это вырезал? А, во, нашел. Нашел! Захват монстров, смотрим. Тут. Угу. Так ты мне скажи название скилла. Только я так и не понял, как ловить крупных монстров. Честно говоря, вообще не понимаю. Так. Вообще, раз зерва ловит, ему нужно побольше лака. Так. Нужно много лака. А сейчас что у него? Сейчас у него аги стоит. Мне нужно 3 ага. Понятно. Реагирить надо. Thank you.
Не-а, Иксмарт, не дождешься. Не буду я сливать свои очки в гильдии. Оно так пусто. О боже, ребят, чего вы такие позитивные в чатике? Гейма. Ёшкин, да не то кольцо было. О, 200 мне туда. Слушай, конечно, тяжело нафармить. О, лак 71. Серва. Так я так и делал, блин. Эх, Зерва, Зерва. Фигню ты делаешь со мной. Как называется? Вы говорите, что это скилл у меня есть. А я говорю, что это скилла у меня нет. Можно легко узнать, что это за скилл. Нифига себе атака. О, а мне нравится. Накладывает шанс смерти. Это... Вот что это. Понятно. Понятно. Вот, вот как он называется. А его здесь нету? Не понял.
Понял. Не понял. Понятно, что для него нужно. Я понял. За 75 очков. Вот эта вот штука для него нужна. Да, я до сих пор не купил. И вопрос, и где она? Ничего не понял. Как эта фигня работает? Вот! Появился алхимик! А, нет, стоп, это не то, это взять из первого поколения. Может, Леонхарда взять из первого поколения? Но он какой-то не очень. Леонхарда и Фьюрию. Отца и мать можно взять. Почему они на 5000 дороже стоят? Фигня, зачем мне продавать скиллы? Это не то. А, нет, то. Нифига это надо мне. Я его сделаю. А я второго не... Вот как оно.
Окей. Крафт. Понятно. Что-то я не заметил этого. И от чего зависит скилл, я не понял. Сейчас я загружусь, я понял, что я скосячил. Вообще. Shining Strike. Такое... Что он делает вообще? По себе он бесполезен. Как странно. А мы его возьмем. Зерви его давать. Если она от лака за... А, ну у зерва слотов нету. И у этого нет слотов. У Элис есть слот. У нее есть даже 27 лака. Тоже посох стафуплитных сколько стоит, нет, посмотреть. Смит чат алхимия. Хилинг нужен. И куриное яйцо.
давайте нам сразу энчантим его. И где он? Садов-то побольше будет. 21, но у них самый шустрый из них. Как ни странно. Гремлин с крабом получается гремлин. С крабом получается пикси. Краб с феей получается фея. Пофиг на запчасти, значит. Стоп, у меня есть фея? Серьезно? Серьезно, у меня есть фея. Офигеть. Ну не знаю. Гремлина продам, наверное. Мне нафиг не нужен. Я бы хотел увидеть, как этот скилл работает. Но уже потом. こんなところにいたの？ну и ну, я не могла представить, что встречу вас здесь. あなたはシェルファニール。ты シェルファニール？こんなところで何をしている？и что ты здесь делаешь？それは私のセリフよ。ну, я хотел бы спросить то же самое. あなたたちいつまで経っても来ないんですもの。я ждала вас все это время. вы так не появились. まさか海岸に向かった女性って。значит, та девушка, которая пошла на побережье? ну да, да, это она. あら、よくご存知ね。О, я вижу, вы уже в курсе. Я не нашла вас, и поэтому решила осмотреться. Значит, жители деревни были правы. Значит, жители деревни были правы. И мое чутье, короче, меня не подвело. Соно канно ёса о моу скоши чигау фоуко ни хакки ште мораэру то аригатай ндескедо. Ох, не знаю, как это перевести. Что-то намекая. Что-то типа того, что энергию не та использует. Я так рада, что я вас нашла.
Я, конечно, знала, что все обойдется, но все равно волновалась. Уварэру кото ни натта но тте ватакуси но сэй мо ару дэшё. Ведь это я виновата. Кини шинай дэ куре. Не волнуйся. Карэра но ийбун га тадашии то омотта кара. Оре ва дзибун но синжита кото о шита маде да. Я сделал лишь то, что сам считал правильным. Аната митай на хито ни дэ атта но ва хажимете. Я первый раз встречаю такого человека, как ты. Мошкаште, аната то ватакуси, унмэй но акай ито де мусубарете иру но камоширенай ва не. Возможно, нам самой судьбой предначертано быть вместе. Ну да, естественно. Я, соно... Сою но дева най кига сурунда га. Я не думаю, что это возможно. Со-со, аната но акай ито ва тайшо жа накуте, коно оре ни цунагатте иру камоширенай зе. Я уже не могу переводить. Ладно, после этого диалога, наверное, закончим все-таки стрим. Ведь мы оба знаем, что у тебя ничего не выйдет. И... Вообще, похоже, на тебя отшило. Эрис-чан, сайкин хонто цуккоми кицуку най? Боже мой. Ой, бедный Винфилд, мне его жалко уже. Я думаю, что то, что мы встречались здесь, это судьба. Поэтому я думаю, что мне стоит пройти с вами. Я не буду вам мешать. Так что скажешь? 危険だからといっても無駄なんだろうな. Это будет опасно. Хотя я не думаю, что ты меня послушаешь. 交渉成立でいいかしら. Ну, тогда мы все решили. それはもう、もろ手を挙げて大歓迎。準備万端。いつでもこの腕の中へ. О, вот хорошо. Короче, он призывает ее прийти в его объятия. Ара? Аната ва? О, а это кто? Ано... Арзай-шицген ни ару Ямато тою куни ва шиттеру? Каножо ва соко де мико о шитейта но. Короче... Одна из мест под Ямато. Она была там жрицей. Она была действительно сильной. И поэтому по просьбе Дишана она пошла с нами. Очень сильная. Нет. Радиус сама не таскете и дадайте. Сореде нанико чикара ни наритай то омоимашта моноде. Соно... Ладиус спас меня. Я... хочу... оплатить ему. Туюкото ва... аната то ватакуси ва... гои гатаки ни нару но кашира? Так значит... мы соперницы... полюби? Ну что-то вроде любовницы. Сонна... ватакуси ва... Что? Нет, я... Джоутан, йо, джоутан! Это просто шутка. Ватакуси ва Шельфаниру. Аната ва? Меня зовут Шельфанир. А тебя? Ватакуси ва Яйой то мошимасу. Меня Яйой. Яйой-чан, не? Йорошику, не? Яйой. Будь здоров, будь знакомы. А, хай. Спасибо. Чуцкамоно десу га. Йорошку онегай итошимасу. Я не очень хороша, но будем, в общем, приятно познакомиться. Токороде, аната гата, кайган но ёсу о ми ни ику цумори датта но дешё? Кстати,
Я так понимаю, что вы решили разведать ситуацию, которая на побережье. これだけいればなんとかなるかもしれないわよ. Думаю, что нам вместе под силу разобраться всем там. 見てきたの? Ты видел их? 小さな砦があったけれど、それほど堅固なものではなかったし。 数もそれほどではなかったわ. У них маленькая крепость, и почти никого не видно. どうするんだ? ここまで来ておとなしく引き下がるってのは味気ないよな. Но что будем делать? Если мы вернемся назад, тогда все это будет бессмысленно. シェルファニールの報告を信じよう. Ну что ж, тогда будем верить Шерфанир. 目は早いうちに摘み取るか. Короче, тонкий намек, что надо угрозы сразу прекращать. それじゃ、私が案内するわ. Икимашо. Ну что же, тогда следуйте за мной. Вот у нас появилась третья и последняя тиан. Я так понимаю, у нас собралось все полностью пати. То есть у нас три новых участника, три старых участника. Три новых участника, три тиан, то есть просто стандартная пати. Давайте посмотрим, кто она вообще. Она, насколько я помню, типа Фьюри. Да, Lucky Dagger. То есть она Фьюрия, по сути. Чьюинг Вард у нее. Идиот. Трик. А, она еще и стиляет. Прикольно, слушайте. Кто она вообще? Ну, блин, ну, короче. Это точно Фьюрия, это... Агильный интовик. У которого есть пассивная способность что-нибудь украсть. Ну, круто, чё. Ещё атака светом. Так, магией. Но... Довольно странно, что она как бы она. Это главная атака физиком, а здесь атака магией. Вообще в два раза больше, чем атака физиком. Что за бред? Достаточно бредовые. Агильный маг. Нет, это хуже агильного мага, то есть это непонятный маг вообще. У нее есть способность Хантер. А, она не как, она короче как Фьюрия и как, я не помню как звали ту с этими с такими маленькими ручными косами, но вот она что-то среднее между Фьюрией и ней. Мне даже интересно, какой потомок родится. Тлак. Клевый спирит. Это фея. Вот так должны выглядеть маги. То есть интлак, все. Никакой аги. То есть сильные удары магии с повышенным, не знаю, там, крит-шансом. И все, больше ничего не надо. Я на какого левела? 25-го. Да не, поздно ее менять свою патику, у меня все уже 29-го, 28-го. Ладно. Ну, а сколько времени?
Ну, почти 8 часов, как я и говорил, наверное. Сегодня будет короткий стрим. Так, я дико хочу спать. И плохо очень начинаю соображать при переводе. Наверное, сейчас засейвимся. И на сегодня уже закончим. Что ж, сегодня у нас был маленький, короткий стрим. Шифонир можно надеть, чтобы у нее было 40. Апа, что? Очень маленький. Ну, всего 2 часа, да, я не спорю. Но на самом деле меня подкосил немного Fallout, который шел, скольки там, по-моему, 6 утра до... Ну, в общем, около 8 часов еще перед этим. Поэтому у меня голос подсевший. Я, к сожалению, вряд ли смогу продолжать. Извиняюсь перед теми, кто ждал этого стрима. Обещаю в следующий раз сделать какой-нибудь 4-8-часовой стрим по Агаресту, то есть, ну, думаю, на следующем мы уже окончательно пройдем второе поколение, и уже, возможно, если повезет, то застанем начало третьего поколения. А пока я со всеми прощаюсь, всем спасибо, кто меня сегодня смотрел, надеюсь, вам понравилось. Что ж, и увидимся. Всем до новых встреч.